Наступил новый день. Блин. Так и вчера был новый день. И завтра будет новый день. Короче, не суть. Отправил Никиту с мамой, с его бабушкой, с моей мамой в школу на подготовку. И он очень любит школу. Вот это вот удивительно. Я думал, что Никита как-то так будет относиться к этому всему. Не так. Но он любит школу. Не знаю, наверное, в школе интересно детям. Я, в принципе, в его возрасте, наверное, тоже очень хотел в школу. Потом что-то, правда, изменилось. Сейчас опять хочу в школу, хочу куда-нибудь учиться. Вообще хочу вернуть все назад, все вспять. Вот. Скучно, уже скучно без ребенка, скучно без... Вот пару часов его нету, буквально он ушел, а я скучаю. Хочу скажу, Кате все хорошо, Катя не звонит, не пишет. А что писать, что звонить? По Данику скучаю, но не звоню принципиально, все равно не привезет. Вчера просил целый день дать Данику мне. Ну да, вымораживала, не давала. Вот. Ждем ребенка. Вышел покурить. Погода на улице замечательная. Солнца нету такого, как вчера, но тепло, классно. Поэтому, наверное, сегодня опять пойдем куда-нибудь на прогулку, куда-нибудь побродим с Никитой. Ну, не тухнет же дома, правильно? Попью очень крепкий кофе. Я привел, что это 3 сейчас литров. 3 ложки кофе. Закипел чайник наш. Оп. Никогда не сыпьте сахар. Ой. Кофе сразу. Это портит вкус кофе. Я вот так делаю себе кофе. Даю ему настояться пару минут. И потом только сыплю сахар. Я пью, да, кофе с сахаром. Ребенок вернулся домой. Так, ну что, мы поели. Довольный. Ребята, что ты строишь? Показывай. Я построю. Вот это. Что это? Скорая помощь. Угу. Олега любишь, да? Да. Устал. Сегодня классная погода. Решил я выгнать своего велика. Прокатиться на велике. Пока Никита спит. Мне надо встретиться с одним человеком. Давно не виделся в Арфанище. Поеду с ним встречусь. Приехал с России. Вот. Короче, хотел погулять с Никитой. Получилось, а в принципе, может, потом покатаемся на велике с Никитой. Я чуть-чуть очкую. У меня колеса наполовину спущены. Это раз. А во-вторых, у меня левая ручка тормозов как раз не работает. Неудобно держать камеру. Ой, правая ручка тормозов. Раз давно на велике не гонял. Вообще круто. Ощущение. Погодка,
Весна прям. Велик. Природа, тепло. Переходить назад. Встретились наконец-таки с Марфаном. Питер рулит. Питер рулит. Вот. Может, и в Питере встретимся. Ну, не знаю, если ты доедешь на этом самом. Я не знаю, если тебя колеса не поднимут. Короче, решили чуть-чуть подбухнуть. Ну, есть немного так за встречу там. Ладно, братан, давайте. Держи, еду назад, встретился с Марфанищем, огромные впечатления. Вот что это такое, да? Ужас. Как? Торгуют. Где торгуют? На улице. А вот где? Где ты торгуют на улице? Вас это напрягает? Напрягает. Меня это заебало, блядь. Их не торгуют. Сейчас проверим эту цену и этот сертификат. Откуда он? Как тебя тут? Нет. Оп. Ты нет, ты меня воевываешь. Я не воевываю. Я человек такой. Я серьезный человек. Это хорошо. Вот. Я люблю серьезных людей. Да, и ненавижу. Ты вот как хохлав были, морду били друг другу. Били друг друга? А я такого не хочу. Правильно, не надо. Но. А тебя руки холодные и так, бля. Замерз. Я тебя покупаю. А вы покупаете? Встретил позитивного мужика, он, короче, пьяный, поддатый, но он борется за справедливость, в принципе, что... Сейчас. Весь веселая ситуация, не снимал на видео. Подошла бабушка, попросила, чтобы я этого человека убрал, потому что он им мешает торговать. Вот, я мне вообще все равно, ну, в принципе, ну, пускай торгуют, если хотят. Ну, каждый зарабатывает как хочет. Пойдем узнаем, как дела нашего агента национальной защиты, который защищает интересы государства. Это так прикольно. Все назад вернулись. Мне кажется, зассали, убежали и назад вернулись. Вообще прикольно. Видимо, его либо куда-то вытравили, либо куда-то забрали. А вот этот рыночный базар. Бабки опять торгуют. А вас скажите, это тоже напрягает или нет? Или вам все равно? Я не люблю, когда они купляют
потом перепродают. Вот. То есть они зарабатывают, ну, как этим... Же, как еще как? Они скупляют все по дешевке, а тут $3. Правильно. Но с другой стороны... Гнать надо пораньше. Короче, вы тоже за то, чтобы гнать? Конечно. Спекулянты? Конечно, спекулянты. А кто? Вот. Они же не производят, не выращивают. Купила, продала. Но. И будешь сидеть целый день. Вот если бы не они, то у нас бы была бы экономика. Да. А на рынке сколько таких? Да. Правильно, правильно. Спасибо вам. Гоняй их. Я, наверное, уже телефон говорю. Мне уже, наверное, колеса поспускали. Мне так кажется. Только что прикол был. Там, короче, как раз мой велосипед получился в толпе вот этих вот... Блядь, колеса хоть не спущены. Не. Ну что-то плохо ездит. В толпе вот этих вот бабушек-дедушек, которые торгуют. И они говорят, мы сторожили твой велосипед, чтобы никто не спер, потому что плохо пристегнул одно колесо лишь и так далее. Ну, ржачно. Спиздят, так спиздят. Ребята, можно вопрос? Вы YouTube смотрите? Да, да. Нет, не смотришь. Да, нет. Да, смотришь Сашу Шапика, знаешь? Да. Конечно. Вот, и ты подписан на его канал, да? Да. Так передавай привет ему. Привет тебе. Привет тебе. Кому? Саша. Ясно, хоть одни люди в Бресте, которые знают Шапика. Капец, я думал, только Украина его смотрит. Он не очень хороший человек. Кто? Почему? Да, почему Шапик нехороший? Просто. И Трусковский тоже, да? Да. Ой, капец. Они придурки. Так они это знают. Андрюха, видишь, твоя поклонница. Нет. Истинная. Девчонки, а вы смотрите YouTube? Нет вообще. О, как тупо. Смотрите, советую. А Сашу Шапика знаете? О, не-не-не-не-не, далекие от Ютуба. Стеснительные девчонки попались. Меня всегда удивляет, где они берут эти шарики, вот эти красивые шарики. Где вы берете эти шарики, всегда удивляет. Нам дарят им здесь. Блин, ни разу не дарили. Капец, я вышел, мне рожа не вышел, короче, мне ни разу не дарили. Сколько раз я там был, мне ни разу не дарили. О, уроки. Какая буква? Улика. Улика. Улитка? Ле. Делать с ребенком уроки. Нам тетрадки сейчас не надо. Давай читать, Никита. Папа, садись. Буква? Т-О. Это О? А. Короче, мы решили, что GTA мы удаляем с компьютера, потому что даже букву А сейчас ребенок не смог назвать, задуренная голова. Он сидел, гадал. И мы устанавливаем какую-нибудь игру, сейчас ищем с алфавитом, да, Никита? Я утолю, не хочу я ски. I have a pen, I have a apple. Apple pen. I have a pen, I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen.